Дебил. Что, он назад не может? Нет. А тут же менты сзади были, да? Да. Ну, Игорь, нет? Нет. Слушай, у меня жена в реанимации лежит. Я еду, блядь, проведывать, он у меня сын сидит. Понял? Да. Я вон вылез хочу, чтобы сюда повернуть, объехать эту пробку. Я стою уже 15 минут. Ну все стоят. Друг, я тебе сказал, я никого не хотел обидеть. Ты если проехал бы, мы бы и не расстались бы. Ну я понял. Но я, у меня жена в реанимации, понял? Да, да. Что это такое? Нормально. Ну ладно. Веселый. А назад он свободно. Свободно слева, справа, ёб твою мать, нахуй. Нахуй, блядь, накажет, понял? Накажет, накажет. Я тебе отвечу.